фантастические 5 дней моей жизни. Я для себя взяла настолько много ценного и поняла, что усовершенствования нет предела, да, можно это делать, наверное, всю жизнь, и есть столько интересных нюансов, на которые мы иногда не обращаем внимания, но здесь можно почерпнуть каждому, то есть в любой сфере, это может быть стилист, фотограф, фэшн-стилист, дизайнер, все, что связано с модой, да, любые девушки могут для себя просто даже знать, как правильно подходить к шопингу, как правильно выбирать себе одежду, подбирать это в нужное время года, в нужных магазинах. Одни вещи мы покупаем в одной марке, другие в другой. То есть настолько много всего интересного, что это не описать словами. Что касается спикеров, это настолько уникальные, интересные все личности и люди, да, которые не дают 5 минут даже передохнуть сейчас. Они постоянно дают какую-то информацию. Даже на обедах, аперитивах мы общаемся, мы делимся разными знаниями, эмоциями. Это настолько все вдохновляет и движет вперед, что хочется развиваться дальше. И лично я по прилету точно начинаю учить язык,